привет! Всем привет моим подписчицам, моим девочкам, мальчики, которые смотрят. Потому что я иногда говорю девочки, а мальчики обижаются. Да, кстати, я сделала себе свеженький маникюр. Ну, обычный. Обычный, потому что делаю все быстро себе. Так, варю себе, как всегда, баранинка. Не как всегда, давно уже не варила бульон на баранинке. Масолики и серебрышки. Есть и мотылыжечка. В общем, луковицы 2-3 кидаю. Чесночок там где-то на дне. Ну, целыми прям вот этими. Ну, чищенный, поняли вы, да? Присаливаю, он у меня уже, в принципе, приготовился. С него все, что угодно можно сделать. Бульон вкусный. Уже давайте попробую. Удостоверюсь, а вдруг невкусный, да? Чуть-чуть подую. Какая прелесть. Это не кусочки. Видите? Так, уже, по-моему, отварилось. Что буду готовить, даже не знаю. Может, оставлю бульоном, а может, щи сварю. Что-то мне сказали, свари щи на бараньем бульоне. Ну, может, и щи сварю. Но себе сейчас обязательно мисочку, бульончик отолью и выпью. Кто что пьет? Я к баранью бульон пью. Выпиваю иногда. Девочки, здравствуйте. Пришла с работы, падает такой тихий снег, у нас потеплело, утром было минус 8, но прохладно. Вы смотрите, хоста моя зеленая, все ни по чем. Вот классный цветок, а? Кустарник, я бы сказала. Начал падать снег, может быть, нападает, а что толку-то, все переморозилось один фиг. А я сегодня решила выгулить свою старую синюю куртку, да, потеплее же, надо же выгуливать все равно, да. А нифига, утром шла, ветер прям поддувал мне вот сюда вот, и так прохладненько было. Та куртка белая у меня, молочная, вообще она как двойная идет, теплая-теплая. Вот собаки разгавкали соседские. В розовой теплее, чем в этой, которая покупала в спортмастере, намного теплее, она легче. А вот это вот, вот, ну это так вот. Такое ощущение, да, от ветра лишь, и то, если длиннее. Ладно, вот заходить домой. Надо что-то поесть. У меня сегодня было 3 маникюра. Один, ну, такой сложный, такой сложный. Стало еще 4 посылки оформила. Нужно было собрать, отлить, упаковать, онлайн оформить. Сбегала на почту, все там сдала. Потом все треки, которые чеки дали, девчонка выслала. Хоста. Хоста. Все, видите, заговариваюсь. Туя. Туя. Не обрезали осенью. Так стоит, что-то красиво. Я в лесу. Девочки, доброе утро. У меня утро. Я сегодня сделала себе выходной. Я сегодня поспала аж до 8 часов утра. Показываю свой завтрак. Это рисовая кашка. Вчера Полинка была в гостях. Она когда в гости приходит, я себе варю на двоих. Вечером она съедает порцию, а на утро я себе оставляю, разогреваю в микроволновке. Эта тарелочка маленькая. Вы думаете, такая огромная? Нет, она маленькая. Видите, как моя рука, мисочка такая. Значит, яйцо у меня всегда стандарт. Если каши нет, просто яйцо. Я всегда съедаю утром по яйцу. И оно, видите, такое синеватое. Это такая порода кур, которые такие синеватые, сероватые яйца несет, приближенные к этим, ну, в маленькие, в пятнышку, как они называются, маленькие. Вообще все из головы вылетает. Перепелины. Потом, значит, все время покупаем вот этот мацони последнее время сейчас. Прям напоминает мне, знаете, вот тут прям вот кислое молочко. Пытаюсь открутить. Сейчас, может, откручу. А может, не откручу. Ладно, что мне его подкручивать? Вы знаете, в Магнит Косметик он продается. Кстати, очень вкусный. Мой желудок его переносит. А кефир посмотрела. Вчера вот остался кефир, кислятина. Значит, мацони не было. Купили кефир. Попробуем кислятина. Сейчас я его на ночь оставила. Там что есть, там оладушки с него напеку. А и вот эту икру кабачковую, овощную, вернее.
ресторации обломов. Изготавливают у нас в Астрахани, здесь недалеко. И вы знаете, она очень вкусная. Вот посмотрите, видите, здесь кусочками все порезано. Значит, состав. Кабачки, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное, рафинированный дезодорин, паста томатная, сахар, корень сельдерея, соль, крахмал, кукурузное зелье, укроп, уксусная кислота, пряности. Но вот то, что вот есть эта уксусная кислота, я вот поэтому много ее не ем. Практически у меня получается турецкий завтрак. Смотрите, они обычно, ну, кашу-то они, не помню, они едят или не едят. А, еще на десертик у меня такой почерневший бананчик надо доедать, не выбрасывать же, да? И мандаринчик. И чай греется. Там вот там на столе чай греется у меня. Чай зеленый, как всегда. Это мой завтрак. Сейчас буду завтракать. Ой, вообще, запустила машинку белья стирать. Вот, стирает она у меня. Аж почти вот сколько времени будет стирать. Поставила прямо на хлоп максимально. Даже здесь постельное белье загрузила. Машинка новая на 8 килограмм, долго стояла у нас в летней кухне, ну, куплена давно. Ноги мои, смотрите, отсвечивают, и халат, хоть ноги с халатом показать, да? Тапочки надо свои постирать, тапочки, а то Полинка мне говорит, Геазии уже, Геазии, надо постирать тапочки. В общем, наверное, какая-то третья стирка, запускаю я, да? Что-то ничего я не поняла, может, я никак к порошку не приспособлюсь. Вот, когда первый раз постирала мне халат, мне не понравилось, когда она стирала. LG, в общем, стояла. Та машинка все навернулась, сломалась, которая с 2008 года, Канди, да? И вот теперь вот установили эту машинку, вот она болтает белье. Не знаю, как стирать. Постельное, да, Чап? Чап, ты гулять хочешь, что ли? Ты что такая, какая-то задаченная? Чап тоже со мной долго лежал, спала. Ну, мы еще валялись с ней где-то, наверное, до 9, да, Чап? Валялись еще, да, мою хорошую. Как вчера Полина тебя гоняла, гоняла и гоняла. Что трясешься? Все, надо ее выгуливать. И кормиться будем, да? Будем кормиться. Так, все, девочки, пошла я завтракать. Выгулю Чапу, пошла завтракать. У нас потеплело, плюс один на улице. Снега ноль. Что было, вот вчера показывала. Все, это все, что было. Больше не было. Всем здравствуйте. Я, наверное, закончу этот влог. Влог ни о чем. Я на работе. Завтра 2 февраля. Годовщина Сталинградской битвы. Всех поздравляю. Может, поздно, конечно, уже выйдет мое видео. Я отработала. Я на работе сегодня 1 февраля. Последний зимний месяц, кстати. Скоро весна, девчонки. Скоро 8 марта. Я отпустила клиента. У меня был клиент. Приходила девушка за духами. В общем, тут еще обзорчики сделала на свой телеграм-канал. Так что подписывайтесь в группу телеграм. Телеграм-канал все даю. Все ссылки под видео в комментарии прикрепляю на канал Духи. Купить недорого. Сейчас очень актуально покупать не подделки, а покупать хорошие эквиваленты. Парфюмы сделаны именно по всем канонам качества, да? И именно на заводах, а не где-то там в подвалах все это разливается, бодяжится. Потому что очень много подделок, очень много. И вот недавно приходила девушка, купила это по интернету, флакон 100 мл, вишни Том Форд. Я говорю, за сколько ты купила это, вот этот Лос Черри? Она говорит, я купила за 2400. Я говорю, ты понимаешь, что, ну как это? Это же оригинальная упаковка, мы с ней понюхали. Там компот настоящий, вот просто вишневый компот. Лос Черри пахнет... Тоже вишенька, вишневый кожан, там ликер, там миндаль, понимаете? А это просто сваренный вишневый компот. Пусть и 2400 она отдала, 2400, да, по-моему. А здесь за 2500 в Марсо можно купить 30 миллилитров, но настоящего парфюма, да? А в Эссенс стоит... 3350 миллилитров. Понимаете, что не может дешево стоить хорошая эссенция, тем более в категории духи.
И вот мы сегодня опять тестировали с молодой женщиной аромат от Том Форда. Она говорит, ну прям вообще, Лос Черри, конечно, это королева всего Том Фордов. Потом Солен Бланк тоже понравился, и персика Том Форда. Но это совсем другие ароматы. То есть человек, который раз наткнулся на подделку, уже начинает думать. А так как много парфюмов ушло, брендов, кто именно любит бренды, да, пожалуйста, хороший эквивалент от Марсо Эссенс. Так что подписывайтесь на мой канал, купить парфюм недорого. Кто о чем я в своих баранах, да. Ну так вот, пойду сейчас домой. Поеду, вернее, за мной сейчас заедут. Надо заехать в один магазин, в этот фикс-прайс, я их никак не куплю себе, знаете, что этот. Ну, вот на столе делаю, ногти вот этот подстилаю, стол, чтобы было... В общем, сейчас покажу. В общем, чем говорить, вот эту штуку мне надо поменять. Вот это вот, ничего уже не отчаивается, но чищу я, да, вот это все, это рабочее место такое, все в геле. Но все равно стараюсь тут все чистить, убирать. Сейчас вот еще здесь подмету после клиента, все уберу и пойду домой. Календарь никак не принесу. Да что ж такое, забываю все принести календарь. Потому что люди иногда сидят и считают. Вот он, вот Том Форд, вот этот вот. И Пудре. Нарцисска Родригес Пудре. Ну, кто подписан, девчонки, обзор уже видели. Вообще шикарный аромат, женственный такой. А это Том Форд Солен Бланк. И вот Лос Черри идет. Вот, Том Форд вот так от Эссенс, это в флаконах. Тут осталось чуть... Ну, мне осталось. Девчонки прям разобрали все. Я акцию пускала в группе со скидочкой на распив. Вот тоже все повыпили. Все выпили они у меня. И вот молекулу 0,9090,09 и Балафрики. Все по чуть-чуть осталось. Жду большую посылку. Никак не дождусь от Марсо. Это вот, кстати, вот от Ланвин. Классный аромат. Это вот это оригиналы. Это арабский парфюм. Через рандеву купленный. Так что, имейте, этот итальянский парфюм, такой легкий, цитрусовый, классный. Так что вот это точно не подделка. А вот этот парфюм, вот, мы в Duty Free покупала. Еще когда в Дубай летали, вот мне пробничек кинули к нему. Тут его немножко осталось, он такой унисекс. А этот пробничек мне из рандеву кинули. Вот это. Этого парфюма. А дома отжимал, да, отжимал. Ну все, вот теперь я пошла. Сейчас отключить там надо все у меня. Так, ну что, надо отключить, наверное. У тебя не были здесь? В котельной. В котельной офиса. Вот так все. Это котел. Это вот станция стоит. Здесь у меня чайник. Здесь всякие тряпочки. Здесь вот это вот беда. Не беды. А раковина. В общем, все, сейчас еще подотру и пойду. Как бы еще. А с вами прощаюсь до следующего видео. Спасибо, что смотрите. Спасибо со мной. Спасибо за ваши лайки, комментарии. Я очень жду от вас комментарии всегда. Лайка жду. Спасибо тем, кто это все делает. Пока-пока.